пошла. Подойди ближе, незнакомец. Они уже 20 лет возят дрова по этой дороге. С чего бы им сейчас заблудиться? Может, их дриады похитили? Дедушка чего говорил, вы от меня хотите? Давай! Живо! Но! Скажите, ребятки, надо было собрались за мужчину смотреть. На герок. Красивые мечи, но по мне лучше добрый топор. Вот так чудо. Я по поводу пропа... Надо их искать. Лишь бы горстку кроны. Серебра в горах может и не быть. Вот так. Но! Красивые мечи, но по мне лучше добрый топор. Ah!
Здесь стоит осмотреться. Кровь еще не засохла. След свежий. Кровь еще не засохла. Кровь еще не засохла. Может, будут какие-нибудь следы? Человеческие следы. Подожди, давай поговорим. Хорошо. Но ты спокойно. А то я тебе хрясь, как тех. Вот именно. Зачем ты их хрясь? Они вошли в дом. Я говорю, люди вон. Они хрясь. Хрясь мои камни. Вот и я хрясь. Если было так, как ты говоришь, они сами нарвались на неприятности. Я тебя прощаю на этот раз. Но если ты убьешь еще какого-нибудь человека, я вернусь и отрублю тебе башку, понял? Нет. Много слов. Голова болит. Так, еще раз. Если ты еще люди хрясь, то я тебя вжик, бабах и бум. А, тогда я больше не хрясь. А ты возьми вот. Ты добрый, меня не хрясь.
Не повезло тебе, блядь. Привет! Горняки мертв... Говорил! Но алчность... Не... Я оставил его в покое. Струсил, значит? Ярлу это не понравится! Ну и ну.